Всем привет, мои дорогие! Напоминаю вам, что вы находитесь на канале Елена Ермакова. И Елена Ермакова – это я. Тем, кто меня не знает, хочу представиться. Я инженер, химик, технолог. Получила образование в Советском Союзе, качественное образование. Организовала не одно ОТК, которое сейчас успешно работает на других предприятиях. Производственник с большим стажем, сейчас это называется эксперт, руководитель-эксперт. И поэтому очень мне не нравится, когда нас, наши производители, начинают обманывать как потребителей. Поэтому иногда или даже очень часто я вам показываю, какие бывают браки и как производственники хотят сделать, увеличить прибыль за счет покупателя. Это один вот такой вот мой проект, там, где называется «Проверяем качество». И следующий проект – это я начинающий журналист, хочу стать журналистом, то есть вот мое будет второе образование – это журналист. Я вам рассказываю новости, я вам рассказываю, делюсь своими рецептами, так как раньше мы очень часто любили делиться рецептами, поэтому делюсь рецептами. И провожу экскурсии по моему родному городу, где я и проживаю, это по Днепропетровску. Поднимаю полностью все жизненные вопросы. Друзья, поэтому подписывайтесь на меня, будем дружить, буду проводить вам экскурсии, пишите мне, пишите, спрашивайте. И заходите на мой канал, будем дружить, друзья мои. Дорогие друзья, я очень люблю чай, травяные чаи. Всегда старалась лечить своего ребенка травами. Бабушка, мама, все передавали мне какие-то, я это даже не назову знаниями. То, что они знали, что о травках знали, то и передавали. И сегодня я вам хочу показать травяной чай, который не устраняет головную боль, но предотвращает мигрень. Берем мята. Видите, у меня холодная мята. Но если нет холодной, можно взять и обыкновенную. Вот. Чем отличается обыкновенная? Она не холодная. Она не холодная, она имеет тоже неплохие. У нее свойства есть. Вот. Но все-таки эта мята, она имеет синий такой, синий стебелечек, и она очень эффективна. Значит, на пол-литра я беру вот такой корешок мятки, второй такой же, третий. И они будут не приторные у вас, но вкусный. Вкусный будет чай. И возьмем таких тоже. Итого у меня получилось вот такой вот пучок мяты. Также в этот чай я беру листик земляники или же клубники. Очень хорошие. Вот я беру. Два листика клубники и мята. Еще прекрасное средство витамина С – это малина, листик малины. Один листик смородины. Если чай женщине, поэтому можно бросить и акацию. В принципе, и мужчинам это не помешает. Пучок акации, цветок акации бросаю. И все это загружаю в пол-литровый термос. Мелисса.
В термос, куда уже подготовлены листья малины, смородины, мяты, мелиссы, акации, цветки. Добавляем крутой кипяток. И закрываем настаиваться. Минут 15-полчаса. Это прекрасный чай, иммуноукрепляющий, против головной боли, профилактика мигреней. Подписывайтесь на мой канал. Будем дружить. До новых встреч, друзья!